Бурятская лыжница Алиса Жамбалова завоевала золото чемпионата России. Соревнования проходили в Тюмени 24 марта. Женская сборная Тюменской области, за которую выступала и наша спортсменка, выиграла эстафету. Девушки преодолели дистанцию за 57 минут 53 секунды. Звездная команда. Поздравляем хозяев, всех без исключения. Это была действительно хорошая гонка. И они вновь на пьедестале после неудачи в Малиновке. Анна Грухвина, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова, Елизавета Пантрина. Тюменская область. Поздравляем. Первое место, первый стартовый номер. Четвертыми они были на чемпионских высотах. И сегодня это победители. Это чемпионы. Также добавлю, что второе место выиграла команда Татарстана. Бронза досталась команде Приволжского федерального округа.